Welcome. Привет, чатик. Я знаю, ты задаешь себе вопрос, там, типа, а чё, а почему не было анонса и тому подобное. Дело в том, что сегодня у меня был достаточно забитый день. Я сегодня занимался очень многим, очень-очень-очень многим. И в результате не успевал сделать то, что хотел. Ну, на самом деле, я ленился. Ну, в принципе, воспринимай как хочешь, чат. Ты же умеешь критически воспринимать информацию, да? Вот, и, короче говоря, в результате получилось так, что под конец дня мне стало скучновато. И я подумал, вот эти два часа у меня довольно-таки сильно свободны, поэтому, а давайте поиграем, короче, в Warhammer. Зашел к Тёме, он говорит, да я не против, говорит, вот, в общем, так родилась идея этого, несомненно, спонтанного стрима. Я надеюсь, никто не против, потому что, по большей части, мы сегодня будем упарываться. Здравствуйте. Как вовремя включил, что? Ты об чем? Об чем ты вообще? Короче, поиграем сегодня в Ваху, как минимум будет Тёма, а больше я никому не предлагал, на самом деле. У него просто стрим, я говорю, ну зашел к нему такой, говорю, ну хочешь поиграть? Он такой, ну типа сейчас я подойду, я говорю, минут через 10 подходи там в Дискорде, сервак. Как дела, чат? Как прошел твой день? Сегодня был просто реально дикий день, но я не буду говорить, почему именно. А чё это? Надо будет у Тёмы спросить кое-что потом. А что с чатиком? А что с чатиком? Что с ним не так? Мой вечер сделан? Хорошо. Я сегодня не планирую... Я изначально планировал сегодня стримить, вы понимаете, да? Но потом я в конце сказал, что, типа, в последнее время оно все довольно странно идет, и поэтому, скорее всего, завтра стрима не будет. Но в итоге получилось так, что хоть маленький, но стрим сегодня есть. Вот, короче, Тёма довольно скоро появится в Дискорде. Пока что давайте пообщаемся. Я бы на самом деле посмотрел на лук, который вчера получил. Warhammer Vermintide мне очень понравилось. Хорошая игра. Гизел, спасибо за 14. Дарик, Марик, спасибо за Prime. Фликеринг, спасибо за 8. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Вчера был хороший стрим. А Даша, Таня... Даша, короче, играет в Овер сейчас. Вот, это все, что я хочу сказать. Я не стал у нее спрашивать, потому что она очень соскучилась по оверу. Но я думаю, что если позвать, то будет. Весь день Bloodborne, Резонатор. Я не настолько люблю Bloodborne, хотя мне, несомненно, нравится эта игра. Что прям вот это вот, короче. Тёма пока еще на Марсе. Ну ты знаешь, короче, я не буду его больно ждать. Я просто хочу в Ваху поиграть. Может быть, мы сегодня поиграем в него с вами. Если подойдет, будет хорошо. Будет хорошо. Кто только подошел, всем здравствуйте. Надеюсь, ваши выходные проходят не так, как у меня, а чуть более спокойно и чуть более активно при этом. Какая-то дичь, короче. А чатик руинить пустите? Ну смотри, сначала это будет включено. Потом, если остальные члены команды будут против того, что мы за вас вчера весь вечер не могли пройти ни одного уровня, но сами подумайте, о чем это говорит чат. О том самом, да? Вот. Но, типа,
Привет, Даша, как раз смотрю прохождение Гарри Поттера. Хорошо, Байон, я передам. Мы мастера своего дела. Конечно. Да это пипец, ну серьезно. Я вчера пересматривал, пока там заливал на YouTube чат. Как же ты фейлил это все. Ох, слов просто нет. Слов нет. Че там по трейлерам-то? Было что-нибудь новое, нет? Скажи мне, чат. А я сегодня кушал шашлык на день рождения. Ого. У нас тут только если из моржей. Холодно так-то? Холодно. Ты будешь проходить игру Мазохистика? Ты давно заливал на канал демку этой игры. Джеймс, но если я ее не прохожу, то скорее всего нет. Скорее всего нет. Чат, ну прости, что там типа я говорил, что может будет, может... Я не говорил на 100%, что сегодня будет стрим. Поэтому, в принципе, все вполне себе нормально. Kingdom Come Deliverance состоялся выход крупного обновления 1.3. Хорошо. Добавление функции сохранить и выйти. Угу. Сейвы теперь не ломаются даже при вылете игры во время сохранения. Хорошо. Во время карманной кражи вас не заметят, если вы остановитесь в самом начале. Да, оно и так работало, по-моему, неплохо. Посмотрим, короче. Улучшение производительности, бла-бла-бла. Вертикальную синхронизацию теперь можно поставить на 30, 60 или вовсе выключить. Так это там... Ну, это типа через консоль можно было сделать. Прокрадываться мимо спящих NPC стало проще. ДХР руинить там именно неплохой стелс был. Стелс был хардкорный, но прикольный, по-моему. Джон Гальд, спасибо за 6 месяцев. Мои сосочки. Твои сосочки. Хорошо. Вчера нормальный такой трейлер VR Каноё был. Да, я что-то прям захотел достать HTC Vive снова и тряхнуть стороной, господи, как говорится. God of War обзавелся эпичным японским трейлером. Amnesia Collection, сборник хорроров, снова бесплатно раздают в Steam. Да? Знаете, короче. Так, давайте посмотрим эпичный японский трейлер God of War. Ждете ли вы God of War так, как жду его я? Потому что я его жду довольно-таки сильно. Kratos. Он тут вообще не такой, на самом деле. Это не God of War, но игра мне нравится. То есть изначально концепция вот этого неудовлетворенного члена, как его Ставицкий называл, она полностью упорота. Мне это больше Hellblade напоминает, чем God of War. На японском это выглядит как какое-то интро к аниме. Графон хуже стал? Да нет, вроде какой был, такой остался. Графон хорош. Слушай, эта игра прям заходит под японский. Непонятные надписи на японском. Окей. Но меня на самом деле радует, типа, God of War, я повторюсь, она мне очень сильно нравится, но я все-таки считаю, что это очень серьезный шаг в сторону от God of War, то есть от того, за что его все любили. Так что это такое себе, но тем не менее, по-моему, игра получится на 10 из 10, о боже, на 10 из 10. Сергей Пав, спасибо за 5 месяцев, уже скоро 6 месяц, ключи под ковриком. Хорошо, я учту. Что-то я хотел вам сказать опять, ну хоть бородатый мужик, а не девочка. Ну да. Байонета опубликован новый трейлер версии для... Подожди, там что-то еще хорошее показывали нам за последние. Division 2 анонсировали, да? Так, Star Ocean. Этот Star Ocean. Бивитчер. Анонсирована порно-пародия по Ведьмаку. А ну-ка. Так, а ну-ка, погодь. Меня не забанят за этот трейлер? Вроде не должны. Так, давайте посмотрим. Геральт, твою мать, как ты подвернул? Надо сразу, если что, быстро, короче, переключать.
Боже, ты посмотри на него. Так, аккуратно. Готовы переключать. Только не... Воу, это немного стрёмно. Хочешь, я покажу, почему они? Что вообще? So you need my help. Yes, Jack. Боже, это актерская игра. Deliver the killer to the ghost, then all will be well. Slight problem. Slight problem. Боже, я бы посмотрел, это явно лучше, чем... Чем российское кино, короче. Про что фильм, это от Netflix. Мак. Первый тизер. Лидбак, Эллили Глаз и прочие, короче, женщины. Green Dead Unicorn. Когда вижу лицо стриблера, что-то шевелится. Так, ладно, неважно. Ты знаешь, я бы посмотрел это. Серьезно, серьезно. Так, что тут еще было? Смешно, Артур, очень смешно. Ну, Курош, у всех юмор разный, понимаешь? Это такое. О чем тут спорить? Малофилиус, спасибо за 4 месяца. Черный юмор, он, как говорится, как ноги, да? У кого-то есть, у кого-то... Простите. Так, вроде новостей больше новых нет, как обычно писали, что типа, о, там что-то анонсировали. Да хер его там, ничего не анонсировали. PlayerUnknown's Battlegrounds. Почему они до сих пор не сделали его для Switch? Почему? Он же прям напрашивается мобильную версию туда... Загнать и будет вполне себе неплохо, я думаю. Ash of Gods, кстати, я жду эту игру. Она очень похожа на Banner Saga. Здесь есть трейлер? Типа, ну, игру наша отечественная студия делает. Ну, это выглядит как клон Banner Saga, но я не думаю, что это плохо. Давайте посмотрим трейлер. Я бы поиграл. Здесь даже персонаж один с Лэнса Хенриксона, короче, срисован. Days Gone перенесли на 2019, да, я знаю. Может и хорошо. Что-то она как-то не самобытно выглядела просто. Рисовка прикольная, да, ну скажи. Она выходит то ли в марте, то ли в апреле. Ну, скоро, короче. Я такой окей. Мне нравится. Ну, тут геймплей сам довольно странный, но, типа, кому бы какая разница, верно? Это что, ритуальное самоубийство какое-то, что ли? Banner Saga? Нет, я говорю, она очень похожа и по стилю, и по геймплею вроде как. Ну, в общем, вот такая игра. Я такой, как увидел, мне, в принципе, она нравится. Мне нравится эта игра. Я не знаю, надо будет у Буки ее выпросить. Подожди, когда она выходит? Она выходит у нас через 2 недели, 23 марта. Я бы такой поиграл, хотя бы немного в нее. Эта игра, как она называется? Ash of Gods, вот. Короче, вот такая вот игра. Ладно, давайте запускать. Пока что будем играть с вами. Потом, как Тёма подойдет, если подойдет, спросим у него, типа, хочет он, чтобы чат нам руинил. И тогда уже будет от него зависеть, окей? То есть, я доверюсь его мнению. Малофилиу, спасибо за 4 месяца. 4 месяца в теплой компании. Конечно, конечно. Это точно не трейлер аниме. Точно, Гарик. Гарик, как тебе не стыдно?
Все, мне на работу идти. Да чувак, все нормально. Мы сегодня ничем особым заниматься не будем. Просто подеградируем немного. Подеградируем, и будет норм. Я хочу меч посмотреть, допустим. Я просто понял, что я еще хочу играть в эту игру. А потом подумал, ну если, типа, я хочу играть в эту игру, почему бы не поиграть с вами? Потому что многим была интересна эта игра. Вот. И тому подобное. Угу. Так, что мы тут делаем-то? А, следопыт, точно. Чат, чем у нас закончилось все в прошлый раз, я не помню. Я что-то упоролся под конец вчера. А, я себе ножики новые взял. В пир я не играл. Я типа хотел поиграть, но что-то у меня как-то не задалось, в общем. У меня, по-моему, был новый лук, не? Не, серьезно, не было нового лука? Чат, что у меня новое было? Вы что-то говорили, что я не успел что-то посмотреть. А где мой лук? Чат, ты меня напарил, походу, опять, что ли? М? Лук чекни. Ну вот я смотрю, типа, а где лук-то? Так, ну оружие я сменил, допустим, мне кинжалы дали. Может быть, он не взят там? Да нет, тут все взято. Чё? Ты вчера какую-то дичь купил в Стиме и обещал постримить. Я обещал постримить, если сегодня будет полноценный стрим. Но в итоге, короче, только спонтанное вот это вот сегодня получается. Чё у меня с сенсой? В магазине лук. В каком магазине? Ты про чё? Так, таланты, создание. Здесь мы можем разобрать вот эту всю хрень. И мы это сейчас и сделаем. Нам, в принципе, потому что... Ничего из этого не нужно. Допустим, утилизировать, и мы получим справа вон там что-то. О, что-то получили. Из этого мы что-то сможем создать. О, у меня оберег конченый, кстати говоря. А где он? 24, 38, 40. Во, вот это оставляем. Не было же лука. В смысле, не было. Лаки вам, спасибо за тирван. Чатик, напоминай мне почаще про рекламу. Ты плохо себя ведешь, чатик. Большой красный шрам Геральта. Стримлет одумался и вер... Не выдумывай, короче. А, во, у нас же был арбалет. Но, типа, кому нужен арбалет вообще в целом? Чат, ты что выдумываешь? И ты будешь мне каждый раз писать, когда я что-то разбираю, что, типа, вот, не надо этого делать и тому подобное, что ли? Вообще, как бы, алебарды были очень неплохие. Пропил уже. Да, игра зашла, да. А где эти? Ну, один из... Подожди. А куда оно все стакается? А чё? Подожди. А где арбалет? Куда он дел... А, он не для этого персонажа, наверное. Зря разобрал. О, не начинай. Сейчас типикал будет, типа, не то. И... Так, а здесь можно создавать как-то? В группе опять богомолов шалит. Хорошо. Арбалеты для коротких дворфов. Ну да, типа, но я тут, получается, предметы на других персонажей могу вот это вот. Окей, окей, так, своя игра. Изменить задание. Кто ко мне сможет присоединиться? Кто-нибудь сможет ко мне присоединиться из вас? Подожди, Twitch. Не знаю, зачем я, типа, хотел все это закрыть. Это мой любимый арбалет. Ясно, чат. Ты, короче, ничего умного сегодня тоже не скажешь, я смотрю. По крайней мере, ты можешь сегодня не подлить. Ты можешь сегодня... Сегодня тебя поменьше, потому что стрим, во-первых, спонтанный. А во-вторых, уже как бы второй стрим по игре, который все видели. Такие, мэх, там и тому подобное. Вот, ты можешь делать все хорошо, окей? Соответственно, ты не будешь мне сегодня подлить, верно? В создании можно листать. Вот оно как. Так, мы пойдем на первую миссию. Сейчас мы ее пройдем. Можно просто пофармить. Требуемая сила. А, я понял. Мы пока просто не можем. Многие говорили, что здесь, типа, вот это вот все, такая сложность, именно для... потому что уровней мало. Ну, я так посмотрел, уровней вроде немало. Чтобы игроки задрачивали уровни, чтобы там, типа, нужно 5 раз умереть, чтобы на уровень нормально попасть. Но это, по-моему, неправда. Скрэп. Это я, типа, могу создавать лук себе? Подожди. Или нет? Это чертежи? Это же чертежи, да? 18. Из двух зол выбираем лучше. Конечно.
Что-то у меня комп сегодня шумит, что просто пипец. Я не знаю даже из-за чего это, в принципе. Ну, типа, может быть, я реально какую-то... А может, я кому-то фармлю сейчас биткоины? Подожди, что это такое? Оранжевая пыль. А для чего она нужна? Материал для крафтинга, чтобы использовать, чтобы отменять или пересовокуплять эффекты. Чат, подожди, ты можешь как-то ко мне сейчас присоединиться? Пока Тёмы нет. Если он вообще появится, конечно. То есть задание, допустим, выбрано. Кто ко мне сейчас может присоединиться из вас? По сути, только боты? Или только те, кто в пати, или чё? Я правильно понимаю? Когда коопстрим по Sea of Thieves будет? Качалом, пускай оно сначала выйдет. Типа, сейчас она вышла в бета-тест, но, блин, уже можно до релиза дождаться. Типа, почему бы нет? Играть нажми, да что ты. Я вчера весь вечер сидел и не запомнил. Я пока разбираюсь со всякой дичью. Я в лобби тебя не вижу. Может быть, мне нужно создать сначала? Ну, типа... Угу. Подожди, как? Смотря, как запустишь миссию. Как мне запустить, если чё? Мне просто интересно сейчас поразбираться, чат. Вот тут я пока один. Начни миссию, люди тебя сами найдут. Чат, не руиним, окей? Иначе включу сабмод. Сабы у нас как бы помогают. Основной чат не помогает. Смотри, сам чат, смотри. Стрим давно начался. Минут 20. А вон 22 минуты пишет. Скажи, как называется у тебя бой на Wallpaper Ranger с оранжевым мечом? Xenoblade называется. Это по этой игре. Вот. Чат, ну смотри сам, короче. Я, в принципе, я могу тебе включить все, что угодно. Не беси меня, окей? На одного сейчас, кстати, на изичах может быть. Потому что, типа, ну, боты, они такие. Это же боты? Это боты. Что-то у меня с сенсой сегодня дикое, реально. Что-то не топ. Этот уровень уже надо пройти, он меня уже бесит. Это что там за троллфейсы стоят? Ясно, чат, даже не начинаю, окей? Слушай, а где все враги? А? Враги где все? Ну да, но враги-то где? Ясно. Oh, no. Мамкин майнер, спасибо за биткоины. Да без проблем, заходи, заходи. Так, зелье концентрации. Ты гранату не взял. Да хорош, короче. Не начинай даже. Где все враги? Типа, когда один играешь, что так мало врагов, что ли? Похоже, похоже, что так. Уйдите, мать вашу. Чат старается. Вот так, чат, ты слабак у нас оказывается. Чат слаб. Чат слаб. Боже, чат, ты ни на что не способен. Только и можешь. Боже, что я делаю? Только и можешь, что, короче, соглашаться со стримером. Своего мнения у тебя просто нет, понимаешь? Слушай, не слишком тихая игра, кстати говоря. Тебе хотеть... Чучел... Народ, короче, что захочу, то поиграю, не волнуйся. Не волнуйся, окей? Так, ладно. Ты знаешь, одному реально просто, похоже, сейчас все это будет пройти. Правда, он там что-то поперло. Вон они бегут. Welcome. А? Ну, вот, хорошо. Надо запомнить, что там хил сзади был. Игра, которую Даша говорит, Farm Together, кстати, очень прикольная игра. Я бы в нее поиграл. Но сегодня, я говорю, стрим был спонтанный, поэтому я просто хочу немного в ваху побегать. У меня было пару часиков свободных, но может в итоге мы залипнем на чуть больше время. Но, типа, вот как-то так хотелось. Ты посмотри, вот без вот этих руинищих ребят, оно все проходит в два раза быстрее. Ясно, чё-то. No, not the storm. Kill its master.
Тап и справа снизу приват отключи. Я понял. Подожди. Тап. Она у меня не зажимается, подожди. Я не могу. Я не могу поставить... Подожди секунду. А ну-ка. Почему я не могу курсором управлять в эти моменты? А, во, все, понял. Я сделал чат. Чатик, ты посмотри. Так, ну у меня стрелы заканчиваются, но все равно типа... А, вон он. Вон там Геральт зашел в игру. Вы серьезно? Он типа живой, я думаю, эти его убили. Ясно. Чат я не выключал не потому, что я там что-то вот это вот, а потому что оно не работало просто. Я все сделал, окей? Это типа недостаток скина. Он немного глючит игру. Ну, то есть оверлей криво накладывается. Здравствуйте. Шо? Откуда он вообще взялся? Ну пойдем. Не, одному тут реально что-то на изи как-то. Я тупо врагов не вижу. Единственное, ну типа, враги набегают, но все равно не в тех количествах. А, погоди, тут же еще отпрыги есть, точно. А, подожди, а где вебка? Ясно. Это кто из вас сделал? Ну-ка, признавайтесь. Я не могу увернуться, когда я, блин, у стены. Кто сделал это, чат? Ты не сможешь меня таким сломить. Я уже вчера научился с ним драться. Лупим его руку, он ничего не сделает. Есть и боты, короче... Ясно. Не, с ботами может быть посложнее, потому что... Это поход на... Ясно. Союзники тупо стоят и смотрят. Да-да-да, я тебе говорю. Этот враг, походу, будет неубиваемым, потому что, смотри, нашим ботам тупо плевать. Ясно, короче, это надолго, походу. Что происходит? Научился он, говорит. Да я-то без проблем уворачиваюсь, это вот лишний. А вот на ботах он будет хилиться. Ясно, ясно, понятно. Так, я понял, короче. Ну сейчас вон придут чатовцы и типа... Чат, это ты наспаунил? Кто наспаунил? Признавайся. Скажи мне честно. Ладно, я похилюсь, пожалуй. Что-то я в дуплице не могу, а тут уже сразу такая дичь пошла. Он не поймал? Боже, что происходит? Нет, он поймал все равно. Слушай, а почему вчера так сложно было? Ну, типа... Тёма сейчас придет. Ну... Захочет, придет, да? Я не против, я только за, я же сказал. Ясно, вот это вот не очень хорошо в данных обстоятельствах. Сейчас... Где эта тварь? Надо найти ту падлу. Я его не вижу. Фу. А ну иди сюда. Отличный вообще, просто трехочковый. Вон он там сзади, и я думаю, что никто не сильно... Так, нашего уронили. Я иду. Так, у нас сколько игроков получается? У нас все игроки, все сабы, короче. Сейчас мы будем тащить. Чат, ты против себя воюешь, окей? Где эта погонь? Ах ты, тварь. Так, все, этот минус этого поднимаем. Там урабатывают по-черному. Сейчас нашего убьют. Чат, ты против себя все делаешь? Это твои люди, как бы. Это все твое. Чат ненавидит чат. Да, типа того, да. Валите его на бок, валите.
Сейчас, короче, как только мы пройдем вот это место, опять придет Тёма. Я тебе говорю. И мы по новой будем начинать. Хотя он же в игру может вступить, да? Ясно. Так, Ардуна. Типикал чат. Cool. Тёма вовремя подошел. Тёма, тут жопа. Сейчас. А, вот так вот даже. Я понял. Знаешь, что-то наспаунил? А, ну догадываюсь. Как обычно. Ну, типа того, да. Короче, со мной тут сабы воюют. Но если ты готов, то я, в принципе... Ясно, понятно. Чё там, как на Марсе? Все похерилось. Мэтта Дэймона-то встретил, нет? Все накрылось на Марсе, поэтому я пришел. В смысле накрылось? Что вообще, все плохо, воздух кончился, света нет. Все умерли практически. На Марсе воздуха нет? Поэтому я текать. Ну я типа дал воздух, завез туда людей, а потом воздух кончился. Что-то как-то сложно, на Марсе что, воздуха нет, серьезно? Я не знаю, не написано. То есть, типа, а как там марсиане живут? Марсиане живут, походу, плохо. Ну, хотя до этого, может, жили и хорошо, даже не знаю. А, я понял. Что-то ты, короче, замудрил там. Сам, на Марсе. Я, типа, в умную игру, типа, играл, понимаешь? Поэтому... Типа, ясно. Умный. Так, просто прости, я тут одновременно голову рублю. Ты готов там, нет? Делай. Я захожу в игру. Ну, давай. Короче, а что там, Даша будет играть, нет? Она в овер, я даже не спрашивал. Я говорю, я пойду в ваху поиграю. Она такая, а ну окей. Ничего не сказал, короче. Так это, крикни там. А Таня чё? Не знаю, сейчас спрошу. Чё про Дашу, вспомнил? А про Таню в последнюю очередь. Яс. Нет, ну типа-то я-то у Тани спрошу, но Даши-то я не могу спросить. В смысле, не можешь? У Даши далеко. Ты, кажется, в соседней комнате, типа в одном доме же живём. Ну да, но типа надо идти в соседнюю комнату. Ясно. Сейчас еще Таню спрошу, будет она играть, нет. Короче, Тёма как пришел, от Роди Хауса опять руинить начало. До этого типа оно было норм. Я виноват. Ну, я думаю, что да. Чё за турнир-то у вас там по PUBG сегодня был? Турнир. Ясно. Типа квалификации. Мы прошли. Ясно. PUBG. Да, при этом PUBG еще у всех лагает после последнего патча. Ты не представляешь, ты знаешь, что получилось сейчас? Что сейчас произошло? Чат наспаунил два отроди, короче. Два отроди сейчас маленькую эльфийку просто... Наркоман. Я думаю, нужен сабмод. Но в целом идея с Твичом годная, потому что Твичу нас не победить, как думаешь? Или игру проходить? Как ты хочешь. Ну, с чатом... Типа сложно, но мне кажется, как-то поинтереснее. Ну да, типа кто челлендж-то боится? Просто Даша, она именно игру хочет пройти, вот. Поэтому сейчас ее звать, это у нее гореть будет. Как у нее вчера горело с этих вот гадов, сволочей. Ты там типа крикни. Вот. Придет, придет, не придет, значит, типа... Я не буду крикать, я лучше сейчас в этом напишу, как его. Ну, типа, в соседнюю комнату еще идти сейчас. Ну, напиши в соседнюю комнату. Так, я распускаю группу, ты готов заходить? Короче, чатики, которые заходили, все, типа, молодцы, я вас всех люблю. И вы были намного лучше, чем моя вчерашняя команда. Вот, ну, до свидания. Ясно. Yes. Вчерашняя команда все еще играет, а чатик нет. Вам без чата сложнее будет. Белял, мы без чата прошли игру, окей? Типа, без проблем. Ну, не прошли игру, а прошли уровень сразу. Так, ну зовите, ты, короче, Гришу, присоединяйся. Гришу там дозовись, попробуй. Он через два дня ответит такой. Я не могу. Привет. Так, Hard Games вступает в игру. Подожди, я сейчас пока не могу других никого звать. Ну, я могу, типа, но... Сейчас, подожди. Мне нужно немного это вспомнить. Ты же вошел в игру? Ты вошел. Больше пока я что вошел. Никто не нужен. Как здесь частную опять сделать? А ну-ка. Строгий подбор игроков. Подожди. Да не, все нормально. Сабмод, пожалуйста. Геймплей. Сейчас я приду, я у Даши спрошу, что там она и как. Какой-то мега сундук. Здравствуйте, Таня. Мне выпал лук, я не знаю зачем.
Артуру отдай. Да, сейчас. А чё, Даша, где? Пойди, Даша. Не знаю, пошёл узнавать. Пойди, женщину Даша, хочу. Нет. Ну, в смысле? Женщину хочу, все хотят. Так, спалилась, ладно. Я тут Торик да. смотрю, то что мы сегодня участвовали, до сих пор играют. А, да? В стриме, да? Ага, запустился стрим, слава богу, через одно место, правда, он запустился. А, они так. с ним сначала что-то стримили. Так. У меня там вот это вот... вот женщина да. идет? А что у вас означает TNT? Вот это вот. Ну, надо команду получить. Я думаю, Тимон и Тимофей, да? Да, и угадай, кто из нас Тимон, а кто Тимофей. Тимон и Пумба. Нет, это Т и П было бы. Это у вас клан так называется в PUBG? Конечно. Клан. Клан, да. Клан Сопрано примерно. Примерно то же самое. Даша сказала, что подойдет, может, на минут через 10. То есть, типа, если что, она в этот в Discord зайдет и все будет. Окей. Таня. Что хотел спросить? Умная, а, ты в игру-то заходишь? Что? Что, я шоколад? Я в процессе, да. Да. Ты меня понял. Тимон и Тумба, блин, да. И Тумба. Тимон и Тумба, что? Эй, я Тумба? Ну не я же. Действительно. У меня какая-то вся броня деревянная, типа. Не камильфо. Капец, сейчас буду в деревянной броне ходить. Ой, сейчас я через 2 минуты. Ну окей, окей. Хорошо. Как думаешь, чат сильно будет руинить, нет? Надо включить, кстати. Давай, давай. Просто они даже, когда они со мной играли, представляешь? Угу. Даже когда они со мной играли, они себе руинили. То есть выходцем из себя, типичный, из чата. Типичный, просто вообще. Ну, они завидовали друг другу и руинили, мне кажется. И потом такие пишут, типа, чат 1, стример 0. Хотя, типа, ну, они как будто вот это вот реально... Кого-то себя пятки в лоб ударили и гордятся этим. Ну окей, окей, это дело твое, чат. Так, а что тут, как тут вообще кузней пользоваться? Кузней пока что ты вроде пользоваться не можешь. Утилизировать могу. Утилизировать можешь, ты там еще можешь листать и из этого, короче, смотреть, как там. Ну видишь, в середине у тебя там ты можешь вперед-назад, там, один из семи. Вот. А, понял. И там понял. Ты можешь смотреть, у тебя вот 9 из 10 скрапов у меня, допустим. Ну, я оружие-то разбирал там, понимаешь? Ну, я сейчас у меня 2 лука выпало, просто нахер не нужны. Вот. Даже один-то вдруг я класс поменяю. А если класс менять, остается шмот? Или у каждого перса? У каждого перса, по-моему, свой. А, да, да, нахер знаю. Переплавить. Welcome! Ага. Так, сейчас, секундочку. Не знаю, зачем я стрим запустил сегодня. Вообще не хотел сегодня стримить. Нет! Вот, теперь пишут, чат здесь власть. Нормально! Там. И это причем сабы, которые на 4-м месяце. Которые, ну, типа, самые надежные. 4-месячники. Вот эти, да? Понял. Ясно. Понятно, понятно. Альтер, спасибо за 4 месяца. Спасибо! Кварк, спасибо за Тирван. Пупуру, нахер. Рантан, спасибо за Тирван. Нет, это пока не Шизик Ней, спасибо за 2. Спасибо, чат, нахер. Спасибо. Так. А что там, наверное? А тут ни разу еще. А тут можно на досках что-нибудь писать там? Матюки. Матюки. Убийство, кровь, матюки. А, это мы просто выбираем героя. Я хочу 7 уровень, у меня здесь будет пассив... Что это за защита от вирусов? Чат, сводка помогает. Защитника Windows. Водка защитника Windows? Сводка. Ну, очевидно же. За бред, о боже. Здесь, короче, женщина будет с дроном. Прикинь? Нравится. А потом вообще ассасино будет. Здесь у каждого класса, на самом деле, прикольные какие-то эти. Ну, не знаю, у меня какой-то стандартный такой, типа. Вот у этого, взял, у Bloodborne, короче, у него там в конце аж фанатик такой. Такой, вот это вот, типикал. Ага, ага. У мага что-то скучное. Который Даша, да, играет? Типа. Ага. Гномы, говорит, гном с огнеметом, говорят, имба черный вообще, то есть пипец. Но я не вижу тут с огнеметом. А у тебя, кстати, скоро на 7 уровне брутал какой-то откроется. Реально, очень круто выглядит. Скорее бы уже надоело, если честно, без брутала ходить, алло. А вот на 12-м, короче, консервная банка такое себе. Ага. Где Таня? Я вас позвал. А, все. Она слышит, я услышала черт. В конце Аня. И типа, ну ладно, и, типа, думаю, может быть, все-таки Таня. Я про Наманию говорю, все хорошо. Че ты там майнишь, Тёма?
Я вообще делаю вещи. Вы слышите вообще мой микрофон, нет? Типа как там шум компьютера? Нет. На заднем фоне, когда я говорю, может быть слышно сквозь мой голос. У меня системник время от времени второй. Похоже, на нем кто-то биткоины майнит. Так шумит, что просто пипец. Я же вот. Мой еще не слышал. Хорошо. С поломанной так кулером на видеокарте. А зачем ты сломал кулер на видеокарте? Потому что я идиот. Моя умеет. Я вот вящий. Сильный, но глупый. У меня 980 сейчас в коробке лежит. Надо ее кому-нибудь продать. Вот. Продай ее кому-нибудь, пожалуйста. Давай я тебе продам, сделаешь сли. Вот. Хотя ты одну-то сломал, что я представь, что делаешь. Да. Вот. Так, и что, я такой лучший предмет, вот я хочу. Я должен признаться, я идиот. Типа, ну, в том плане, что... Это секрет? Простите, я не могла это не сказать. Ясно, Таня. Типа, я тогда тоже не буду очень о многом умалчивать. Суть в том, что, короче, я вещи, ну, коробки, у меня много коробок от всякого там барахла. Вот, я их, как правило, убираю на балкон. Welcome. И, well, yes. В общем, ну, в результате... В результате, короче, оказалось, что у меня 2 месяца, у нас морозы такие, там, 30 градусов, я вот эта вот коробка с видеокартой лежала там, ну, то есть на балконе. Нормально. Вот. Я ее там парочку дней около батареи держал, потом включил, работает идеально. То есть, типа, прошла проверка временем. Но в тот момент я понял, что я не очень умен. Вот. Хорошая видеокарта. Так ты можешь сама зайти. Сложно. Сложно. Хорошо, я тебя сейчас приглашу. Меня уже позвал муж. У меня, типа, есть вон такая подгруппа, короче, в друзьях «Свои» называется. Там и есть там Тёма, нет, да? Даша, Джек Шепард, короче. А потом есть просто друзья тут всякие там, всякие вот эти вот Редин, Тани, Ес. Понятно. Вы попытались присоединиться к другу, который так находится в той же сессии. Подожди. А, так ты уже типа, присоединилась, короче. Куда лезешь? Ну, типика, я тебе говорю. Вот. А мы сегодня с чатом или без? Да, с чатом. Мы решили, короче, мы подумали, я решил. Не, я подумал, и Тёма решил, вот, вот так вот. Что мы будем страдать сегодня. Suffer. Так, ждем Дашу, да? Нет, мы ее не ждем, мы играем. Она сказала, что типа минут через 10 это у нее понятие такое, то есть она же вовер играет. А, вовер. Вот. Так, мы играем какой уровень? Какой хотите? Да давай, первый мы что прошли. Пройдем первый или что? Давай. Мы не прошли его? Да, мы не прошли, потому что. Мы прошли второй. Говорят, что надо по порядку сначала первый проходить. Сказали, что уровни такие сложные, не только потому, что типа там, ну, вот это вот. Они еще сами по себе, типа, нужно по 5 раз. Короче, умереть на каждой локации, прокачаться. Ну, короче, это сделано для удлинения. В общем, суки, продолжительности. Суки, я так не люблю. Вот. Нужно качаться. Сабмод я включил просто. Что ты там пьешь, я не пойму, все время. Я к тебе на стрим зашла, то одну минералку глушишь. Что в смысле минералку? Это водка, типа. Просто она полуторалитровая тария, потому что соседка, типа, не может, как бы, наливать в стеклянную. Да? Да, я поняла. Что, я прослушал все. Ну, там водка, стекло, бутылка. Невский, что ли? Водка, бутылки, стекло снаружи. А с нами бот играет, да? А что, с нами какой-то этот? У нас частная игра, типа, ну, я оставлю это место, пускай бот бегает, чтобы когда же придет. Пускай будет в аккаунт. Она, короче, сможет присоединиться в любое время. А, ну, клево. Так, у меня новая колотуха, надо ее потестить. Давай. Хорошая. Но он встал. Не попал. Ну да, но типа он упал сначала. Я понял. Здесь пилочка. Слушай, я на этот уровень уже хожу как себе домой, короче, я уже знаю, что за поворотом. Но правда, враги здесь по-разному появляются. Та же фигня. Ну, камон! Ты был убеден. Я кому-то мухал там его. Так, ну что, я думаю, тебе дадут твою колотуху попробовать, не волнуйся. Да, еще начнется сейчас. Ау. Чат уже в деле. А, я думаю, что смысл в деле. Я и забыл, даже как-то забываю про это, короче. Инвайт только для своих за 4.99. Да, за 4 биткоина 99. Слушай, сколько сейчас курс биткоина? Да я даже не знаю. По-моему, много.
Что это за звук? О, идет крыса гигантская. Серьезно, чат? Ты думаешь, что ты типа... Чат думает, что он сможет нам вот таким вот образом заруинить. И он прав, черт побери. Нифига, нифига, мы сейчас справимся. Не, живем, живем. А сейчас заруба... меня. А этот хилится как-то по-жесткому, по-моему, нет? Да, он не умеет, по-моему, хилиться. Это, по-моему, кстати, самый слабый Шрек. Да, да, такой. Не блюет ничем. Да, иди сюда. Нет, не ходи сюда. Нормально, нормально, руби. О, да, плюс орда. Ничего, ничего. Половину уже сняли. Главное, когда он на вас поворачивается, блочьте и прячетесь, короче. Он-то агрится на других. И так его окружить очень легко. Ну тогда неинтересно становится. Да, да. Обижается. Угу, такой типа, ну камон. Блин, ну серьезно, говорит, я же машу. Че, просто так сзади орда подходит, брат. Ау-ау-ау. Ау-ау-ау-ау-ау. Так, я помогу боту. Все? Мы ему пропали совсем. Ну и где ваша орда? Говно ваша орда, чат. Ты беспомощный. Ой, я чуть не выпила зелья. Не надо. Ау, по голове-то зачем? Это мое больное место. Это мое слабое место. Так, все. Собой. Так, меня бьют. Не-не, я тебя не бью. Неплохо, да? Нормально. Да блин, переключись на оружие. Там сзади хил был, да? Меня отдохнули. Я понял. И гном, я поворачиваюсь, гном тебя такой сбивает. Сучанок. Хил там сзади был, да, вроде ты дашь? Уйдите нахрен. О, всех, все подхилены. Нет, не все. Я подхилился. По ней будут. Чат, смотри. Возьми. Я пойду еще хилку возьму. Давай, я с тобой сбегаю. Она же там сзаду прям, да? Сзаду, не спереду. Чат, посмотри, как мы поднялись, да? То есть, да мы и вчера неплохо играли, просто мы не были готовы к такому напору, реально. Просто подлости не ожидали. Мне показалось, я тащу тут. Нет, Даша не здесь, Даша позже подойдет. Я пожалею о том, что я скушивал эту хилку сейчас, типа, у меня еще жизни было достаточно. Но... А, мне уже, типа, надо было по-любому. Но, типа, все говорили, что все подхилены, поэтому комплексы взыграли. Вы понимаете, да, чат сейчас заруинит. Ну, типа, в этом и суть, как бы, этого режима. Вот, например, когда врагов нет, вы видите смотри. Врагов? Таня, смотри, не... самое главное. Зашел вчера к лирику, короче. Он тоже играет в аху. Тоже с твичом. Слышите меня? Че? Слышите меня сейчас? Алло. 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 О. Интернет, что ли, пропал? Да, что-то с интернетом было. Ага. Не знаю. Ну, короче, играю вчера зашел? В... Ой, зашел к лирику вчера, да. Он тоже играет в эту игру. Ему чат помогает. То есть, прикиньте, чат не руинит. Что? Он помогает ему проходить игру. Серьезно. Мне кажется, что-то не так. И тут я вспомнил наших, вот это вот, вот смотри, вот опять там, кого бы накинуть, бомбисту. Но нет! Ясно. Сука, я ему втащил один разочек. Вон, бот идет его, короче, овнить. Все, он минус. Мы с ботом разобрались с ним. Или там еще кто-то есть? Не, конченых больше нет. А, есть один, бронированный. Я понял, я туда бочку сейчас принесу. Мы не руиним? Да мы вчера видели, как ты не руинишь, чат. Мы видели. Видели все. Так, там бочка. Бочку подожгите за ним. Я сам. Просто держите его там теперь. Я в блоке. А, вот, вот. Ага, почти получилось. Что-то как-то не очень. Да, сломано. Но мы старались. Получилась вот. Почти командная работа. Вот еще один маг. В тот момент я просто пересмотрел свое отношение к чату. Здесь бомба лежит. Возьмите, пожалуйста, в ящике. Вообще, этот ящик лежит. Постоянно не проверяйте. Он там в углу, он если что. Господи, этого гнома хочу убить постоянно. Он как-то под ногами лазит. Ну, как бы это не наш. Так, а? Здесь аптечечка лежит. У меня же есть. Я возьму. Yes. Да, понятно. Взял такой. Ебой! Ебой! Чем она тебе, по сути? Вон, кстати, лежит хилка еще. Слева, справа? Вот здесь справа за меня. Даже две, по-моему. Да, я понял. Штучки. Я тебя понял, я иду. Да, я вижу. Бузерге. Бузергез, брав, лежат. Генна, смотри, бузергез. Заткнись, стук. Что ты совсем как-то уже забористо было. Забористо, простите. Так, идемте. Все, нажимайте. А пусть гном нажимает, а че он? Ну реально, че мы должны? Иди!
Да блин. Иди, говорю! Таню любят, ей там концентрацию, короче, делают. Яс. Конечно. Я же попросила свой чат мне помогать. Мой чат хороший, он мне помогает. Ну да. То, что он ваш. Брейс! В смысле неправильный? Нормальный у нас чат, а только неправильный. Подожги его, подожги, подожги его. Ну подожги его. Я тебе сейчас, тварь, такого нарисую, сука. Каруселька, Русель. Я его убил, если что. Странно, почему оно продолжается, типа. И оно идет на нас, если что. Нет, все вроде рассеялось. Слушай, у меня меч против первоуровневых, вот этот, он просто их начинает выносить. Я, походу, был прав насчет того, что тут, типа, нужно прокачиваться, чтобы проходить эти уровни. Скорее потому всего. Что теперь ваншотит меня? Вообще всех. Мне нужна помощь ваша? Я понял. Возвращайся. Оп. Спасибо, я подхилюсь. Так, пришли монахи, они кончены. Так, вижу мага. Работает у него. Готов. Господи, я все гнома рублю. Там еще кто-то ругается, кто-то где-то кричит, но я не слышу где. А он слева подходит. Ого, я одну стрелу троих пробил. Охеренно. Ух. Если что, лифт готов. Гори, ясно, почти. Чтобы не погасло. Лифт готов. Поехали, они там не спавнили целая толпа. Давайте, давайте, давайте. Все, жмем. Враги поблизости. Да похер! Сука! Нашего уронили, нет? Нахай валяется! Да блин, там патроны! Да подождите, патроны там! Поехали, какие патроны, миллиарды! Хорошо, хорошо, рука такая висит. Самый здоровый чат, пожалуйста! Конечно же. Чат. Вот эти моменты, когда чат пытается типа против своей натуры выступить. Мне такое ощущение, что вы всех убиваете, я просто подхожу и трупы пинаю, типа. Запросто. Легионеры. Несу бочку. Не знаю, зачем. Да, там уже все хорошо, расслабься. Дальше будет плохо, я помню. Here, mate. Ooh. Ой, mate. Well. Yes. Ой, mate. Ой, mate. Сэр, вы из Англии? Ой, Тёва, я тебя перепутал с врагом. Слишком рослый. Так, конченое пришло. Крикливое дерьмо, тварь, ублюдочная сволочь. Минус одно, минус два. Чат нам здоровечко подкинул. Спасибо, чат, чате. Ты просто такой бываешь временами, молодец. Что даже да. Думаешь, и за что, типа, тебя не нагибли? Здесь есть зелье лечебное. Возьмите, ну, типа, оно мне не нужно, у меня есть. Мне тоже. Надо хилка. У меня есть хилка. В смысле, я его ударил бочкой? А че у всех есть хилки? Обтекай! Я нечаянно полезу. Гном, ты горишь, придурок, уйди оттуда. Ай, такой, ай, ай. Ай, ай. Ай. Мне кажется, чатик нам помогает только потому, что за нас бот играет. Да, за бота. Боту помогает. Ясно. Знаете, как на это бота подписывает, так вот, чатик сейчас болеет. Но вот тут по-любому западлишь, то есть, как бы, тут, чтобы чат не выбрал, ну, все же будет плохо. Ну не буревестника хоть. Да, давайте хотя бы буревестник. Перехвалили, перехвалили просто. Аккуратно, там копейщик. Копейский рабочий. Минус. Походу. Так, сейчас буревестник нам даст просраться в таких закрытых вода, помещениях. Вода, вода. Ну что поделать? Вон он, сзади там. Нет, ну алло! Я же, блин, был далеко. Куда ты, сука, делся? Нет, я же рядышком была! Ох, мне очень плохо. Да, сука, перемещается. А, я глушили. А я на немецком говорят? У вас там хорошо дела? Ребят, плохо. Я просто ищу красные. Я все, меня положили. Так, меня отходим, 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 отходим. Сука. Я пытался поймать этих тварей, но у меня не получилось. А-а-а! Меня тут сильно бьют все. Я знаю, меня тоже сильно бьют. Это плохо, что мы разъединились. Да вылезет твою мать.
Меня тупо выпихнули сюда, я не разъединяла. Все, меня замочили. Меня тоже замочили. Да, ща. Они кончены, они сносят очень больно. Меня уже не поднимешь, типа я там валяюсь. Блин, еще и пулемётчик. Гном, спаси! Гном! Гном! Все началось с того, короче, что я пошел охотиться на этих и типа пропустил вспышку. Гном! Живи, гном! У гнома полное здоровье, кстати. Да. Он просто... Потому что он бот, он читер. Ну да, но он типа помогает. О, боже, твою мать, я уже не хочу оживать. Гном, твою мать, ты что творишь? Вы бы видели, что тут происходит. Да, я ж сверху. Ну, кстати, вообще ни разу не кинулся меня поднимать. Так, я в минусе, короче, уже все. Гном минус. Забей, Тёма, просто живи пока. Да тут же ж эти мрази. Чат наспавнил пулеметчиков. Ау. Гнома можешь поднять. Это не чатик, чатик не виноват. Конечно, конечно. Чатик пулеметчиков наспавнил, алло. Я все видел, не скрывайте. Мы довольно близко, если что. Нет. Сейчас. Нет. Я вернусь за хилкой. Сложно, сложно. Фрай, спасибо за 10 месяцев. Чат не руинит, сморг. Спасибо за прайм. Нет, там сейчас вожака заспавнит. Викс, спасибо за 13. Камазавка, спасибо за 3 месяца. Альтер, спасибо за 4. Кварк, спасибо за тирван. Папуру, у Кириллан первый спек, самый норм, не советую другие. Я попробовать просто хочу, надо же попробовать, ну серьезно. Вот. Чего они тут происходят? Боже, как они меня бесят! Я реально тут за ними охотился. Это то, чем вы сейчас занимаетесь, да? Ну как вы? Я один живой, походу. Ага. Дай. О, что-то какие-то кубики выпали. Хилка. Сейчас тебя затянет. Ясно. Так, ну это минус. Нет, нормально. В смысле, ты отбился? А, вот живой же. Так, я иду вас, короче, резать. Живи. Ты главное этот, не торопись. Когда торопимся, всегда руинимся. Вот. Да, все четко. Так, давай, Таня поблизости. Тут. Я там вдалеке лежу. Пока не бегите за мной, выживайте-ка. А, я? Сука. Сейчас вы мне ответите. Так, там позади хил было сейчас. Да, иди полутай. И там еще был маг. Я поблизости. Таня, засейвы пока, потихоньку. Со спины орда идет. Тёма, я к тебе бегу. Тут впереди несколько врагов, но они слабые. Я, наверное, пожалею об этом. Нах. Чувак без башки такой. Да ты гу... сосуд! Пошел нахер. Там что, еще одна орда? Да. Благодарю. Еще сейчас что-то страшное придет. Чат. Ты не сможешь нас сломить. Или сможешь? Ну как сказать? Ау. Курибита просто сносит мне. Сначала мне один отбил руки. Вот меня подлечил. Молодец. Вот тварь. Ну, в смысле, молодец. Ой, сзади. Сзади, да, плохое. У кого есть стрелы или что-нибудь? Стрельно то уже. Че ж так потно-то поперло, а? Толя, пока что. Но это пока что. Ну, вам-то легко, типа, я-то упал уже пару разов или раз. Кто там орёт? Это сверху опять? Да, ломится. Минус. There's a bomb here. Так, я хилюсь. Слышу, что-то как опять земля дрожит. Давайте тут сдержим, здесь хорошее место. О, приперлась, твою мать. Алло, ну это так, хана. Вот для него это место типа не очень хорошее, я должен сказать. Вообще ни разу. Надо назад отступать, наверное, там подкрытое место. Блин, Артём, я за тобой прыгнула, она сдохла.
А, да? Серьезно, тут есть full damage? Да. Я-то думала, типа, живая будет. Это не очень хорошо, не очень. Вот тут можно вокруг столба и укружить, кстати говоря, довольно. Надо ее сюда выманивать. Блин, я зелье всрал, я думал, что он сейчас войдет. Иди сюда, тварь. Алло. Да. Кто да, там все. Сзади так кричит, около Тёма? Я пока это... Я бочку в него. Тут люди. Давай. Ой, ну короче, все поняли. Да, давай. Давай, меня не нокнули. Я понял. Ой-ой-ой. Ай, блин. Минус все, походу. Я тут еще. Так, меня бот поднял. Я понял. Сейчас отхлебись пока. Понял. Он не выходит сюда, понимаешь? Выходит, вышел. Только что вышел. Да-да-да, все, он здесь снаружи, здесь можно отбиться. Я пошел. А, он бот поднял. Меня бот поднял. Ну хоть что-то он делает. Да, ну да, бот да. Реально помогает. Неплохой. Хорошо на дамару. Ты, говорит, кровоточишь двор. Хорош уже. Сукровоточу тут все, сука. Я тебя замироточу сейчас, сука! Давай, жги его. Жги, на том свете разберутся. Не такой уж ты и страшный, well, короче, мудилок. Зря я это сказал. Блин, у меня там где-то, короче, в стене орёт страшный орк. Ну, не орк, а этот, Скавин. Да, бля, офигеть, куда залез, придурок? Ты думаешь, тебя тут не достанут? Мы у тебя меня достанем, крыса. Что я не вижу, сколько магии трачу, поэтому если я взорвусь, я это не проконтролирую. Жестко. Сейчас здоровичка, пожалуйста, нам. Только не тролля. Мы этого не переживем. Желчного тролля не надо, пожалуйста. Да. Все наши недопонимания, они типа должны остаться в прошлом. Все, он сдох. Блин, я бомбу всрал. Ладно. Тёма, иди сюда. Как бы предупредила прям на неё. Тёма, иди сюда. А, она ж не дамажит. Это бочки дамажат, а бомба не. А надо бы не тратить! В смысле? Сейчас будет восстановление здоровья же. А-а-а, чат, блин, я на тебя не смотрю. Чат, ну ты молодец, реально. Боже, у меня тут где-то страшный кричит Скайен, по-прежнему. Да, аналогично. А у меня никто не кричит. У меня все довольны. Везет тебе. Так, у меня нет стрел. Ух! Жестко. Жестко. Андрей, что ты имеешь в виду, игра проседает? А, у меня потери кадров 4%. Ну, это типа уже давно вроде. Ой, а у меня, кстати, 0,5% тоже. Это у нас когда интернет подлагал. Сдохни! Так, сейчас, короче, будет так, жестко. А сейчас спрыгну, это надо бы пушку же вот эту да, вот. Да, я сейчас этот пушку подвину, короче, ой-ой-ой, и сразу стрелю. Ребят, тут так, это буревестик. Где там мудак? Он наверху ходит. Я пока поверну, слышала, короче, и побегу к нему. Да. Вон он, около меня. Нам не видно. Он переместился. Он куда ты к вам переместился? А вот ко мне, нам все минус. Так, я готов стрелять с пушки. Вы готовы? Да, все, уже запуск. Хорошо, сразу забегаем туда, типа, потому что нет смысла тут долго находиться. Тёма, тебя бомбу заспавнили, потому что ты свою потратил. Спасибо. Спасибо, чат. Спасибо. В общем, хотели бы сказать спасибо. Я хочу сказать спасибо чатику. Передать ему привет. Спасибо, чатик. Да. Патроны здесь. Билсхе! Чат, ты видишь, мы можем быть прекрасной командой. Здесь наверху тоже патроны, если что. Да, ну попрыгай. Что ты орёшь там? А? Орёт он. Вот это бежит и орёт. Вот это ор. Не ори. Да я не ору. Не ори. Не ори. Я не ору. Ешь, умри. Даша, а что Даша приходила, она говорила, что типа... А, сейчас подойдет. Ясно. Yes. О, набегает. Ты
Ты можешь присоединиться, если что, у нас двор в бот играет. А, короче, что хотел сказать? Илья спрашивает, что ты завтра будешь пить, братья? Давай не на стриме. А то сейчас начнется вот это вот, типа, кто пьет тормозную жидкость с гноем, фу, там, и тому подобное. Ну, в общем, он предлагает пиво. Мы-то с Гузель вино будем. Ну, придумаем, да. Да. Как мне к вам уже зовут? Ты просто через Steam присоединись ко мне и все. Боже, что я говорю. Хочу все. Играть за... меня схватили! Все. Спасибо! Он еще живой. Нет, он не живой. Чатик, не надо, чумный буревестник. Ну это лучше, чем бомбист. Откуда? Нет. Бомбист? А, ну да, это лучше, чем бомбист. Да, 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 чат, молодец. Чумной буревестник — это вот эта хрень, которая типа делает смерть. И чатик, грёбаный. А бомбист — это токсик. Легионеры. Чё, бля, там крыса вообще сзади подошла. Они есть крысы. В том-то и загвоздка. А, это была такая шутка, типа, с двойным смыслом? Это была отсылка. Тут кислотник был. Ого. Даша, бежи к нам. А, это не Даша. А, это Даша. Я тут, да. Мы, если что, тебе просто помочь не сможем. Да. Сзади. Да, мы не сможем. Да, ну, не знаю. Я его вижу, я его сейчас... Не, он исчез. Он переместился вперед куда-то к нам, походу. Сука, получит. Что у вас со здоровьем? Ну такое. Такое. Где эта тварь? Я его не вижу. Даша, как была Blood Bowl 2? Ты из этих, ты явно знаешь. Даша. Я еще не скажу. I don't trust this. Учебное зелье. А маг по-прежнему живой. Зелье надо нам, очень больно. Потому что... Сейчас, кстати, последний этот будет. Да, здесь куча аптечек. Давайте всех убьем и захилимся. Давайте всех убьем. Давайте отрубим ему башку. Копейщик минус. Здоровяк идет. Блин, я аж оглохла. Ребят, взрываюсь. Сейчас, я думаю, со спины подойдет этот мудила. Пулеметчик сзади, сейчас я его сниму. Пулеметчик минус. Сзади по-любому маг противный вот этот вот. Я пойду его включу. Помогите мне, тут в углу зажали, я ничего не могу сделать. Я застрял. На. Сука, живучий ты какой, а? Все, моя отдай, сабля ему готовьтесь. Дает. Блин, я думал, он готов. Да, уже теперь готов. Так, так я принимаю алкоголь. А что, все хилки забрали, да? Да. Спокойно у нас здесь, спокойно. Врубился. Минус все. Так приятно идти. Артур, у тебя стрим как-то лагает, ты знаешь? Да, у меня 6% потери кадров. Типа, ничего не могу с этим сделать сейчас. Я почему-то четко нацелился на Тему и в него, хотя тут толпа людей, вообще на морозе, на полном таком, короче. Вот это да. Где-то ассасин поблизости. Я знала, что ты его не любишь. Меня ассасин. Я бью. Темновато. Порубано. У меня нет, если что. Так, ускорение нам это чат сделал? Ну, видимо, да. Чат молодец. Что? Так, готово? Не звони пока. Давай посмотрим, здесь хилы, может, есть. Да, хилы хочется очень сильно. Что наступило? Что за звуки? Хилов не вижу. Не знаю. Ну, это хилов. Здесь голова орка такая отрубленная со всеми подробностями. Вот это статуя, там типа сухожилия всякие, так, там давайте гортани. Не будем, там бьют, Таня. Да. Давайте пока не звонить, сейчас через 30 секунд там заспамнят какую-то хрень, ее убьем, а потом позвоним в колокол. Хорошо. А та токсичная хрень ушла? Все, я в нее просто 2 стрелы пустил? Да, уже. Ага, так. Короче, ждем 30 секунд. Никто меня подлечить не может, ребят? Мне нечем. Я могу подлечить.
правой кнопкой. Ну, некоторые зелья правой кнопкой, когда подходишь, там появляется... Ну, не зелья, там большая вот эта вот, типа, как аптечка такая. Ну, да. В руки берешь и правой кнопкой на меня нажимаешь. Это ты, Даша? Да, я. Правая кнопка тебя. На самом деле, что у бомбит, что буревестника они одинаково слабые. О, так что меня Витя боятся. Зовут. Витя? Тебя Витя? Витя, я вообще не должна тебя лечить, ты меня убить хочешь. Таня сказала, камон, Викта. Снизу маг. Вот снизу его нам надо и убить, и потом можно вот это вот. Готов. Все, давай серп полотно. Еще слышу. Еще второй. А, вот он, да. Еще вон. Так, минус. Он не успел скастовать. Так, все, погнали. Будем, нет? Да-да, все, вот теперь пора. Так мы наверху не стоим, да? Тёма сказал. Стоим. Неплохое место там. Наверху мы в первый раз отбились вдвоем. Да-да. По-моему, там опять где-то маг идет. Я такой слышу что-то ворчание. Чат, дай нам сил, короче, скрести черты, господи. Черты свои скрести за нас. Через 30 секунд будет какое-то говно, либо пулеметчик, либо бомбист. Лучше бомбиста, пожалуйста, чат. Черт, пулеметчик — это жесть. Yeah. На самом деле он с двух выстрелов в пачку, но тут когда такая жопа, типа не успевает. О боже. Пали. Экономьте патроны! О, нет! Ой, буревестик пошел! А где он? Это очень сзади нехорошо. Пулеметчик. Я упал. Пулеметчик. Я кручусь. Минус. Замечательно, пулеметчик. Началось. Найдите мага. Найдите эту сволочь. Как он я вовремя? Кислот, я ничего не вижу вообще. А, сейчас утянет. Кто-то видит его, нет? Нет. Даша, не отбивайся далеко. Я ядовит их, пока убьют. Вон он внизу, по-моему. Слышите? Так, Даша, я к тебе бегу. And awesome choice, stranger. Так, сейчас что-то придет. Лезут. Нет, пока. Снизу токсичный ход. Внизу, вот здесь, по-моему. Это токсик. Вон он! А, токсика! А как его, как туда попасть? Никак, я прыгаю и стреляю. Так, нам сейчас явно не до него. Хилку сейчас кому-нибудь, у кого меньше здоровья, Тёме докиньте. А, у Тёмы есть хилка, по-моему. Да, у Тёмы есть хилка. Не надо. Ребят, надо помощь тут небольшая. А, все нормально. Тут дышать уже нечем. Минус токс. Ты его снил? Там позади еще один. Спасибо, минуснул. А то, что так плохо все видно, это типа нормально, да? Да. Ну да. Наверное. Как? Жморит. Ух. Тёмочки дали зелье. Эй, ну зачем? Чат, алло. Ничего, подлечишь кого-нибудь. Да в смысле? Подбегать. У меня была большая же аптечка. А, серьезно? Они взяли. А большая аптечка не вылетела у тебя? Ну нет, я её просто заменила. Все, я рядом. Чат, ну камон, на улице. Чат, произошло недопонимание. Блин, я не думаю, что это со зла. Сейчас я возьму. Сзади подходит. Мертв. Много. Пулеметчик мертв. Боже, секаторы! Просто офигенно. У меня весь экран в говне, мне не нравится. Боже, я типа надеюсь, никто это не вырежет и не будет вне контекста использовать. Я знаю чат просто. Токси где-то. Маг меня сосет, ребят. Иду. Спасибо. Не вижу. Да, все. Блин, токсики вон тут, по-моему, да? Да. Я сейчас упаду, наверное. Не надо падать. Мага бью. Блин, мага уже убили. А я на него хет потратил. Жирнота! А сейчас закончится уже эта дичь. Так, токсику убил. Почти у меня жизни все. Довольно мало. О, отлично. Чап, ты сделал это? О, как круто. Скажите, круто. Было. Светло. Это куда теперь идти? Заметьте, чат ничего не дает Артуру. Да. Злопамятный, противный. Но молодец. Так, у меня умер. У всех плохо с ХП, да? Да. Да, все, уже конец уровня, какая разница. Да вот что там, кто пользуется лестницами? Господи. Я думала, что если я спрыгну, то умру. Я спрыгнула, я больше не прыгаю. Победа! Ебой! Изи, просто запустили и сделали это. Запустили и сделали.
Так, ну я, короче, до 10 по Москве, потом мне надо уборку сделать, замариновать мясо и салат сделать. Можно было бы это днем сделать, но там, типа, днем были вещи, там всякие, которые нужны. Я весь день играла с Полиной. Понятно. Типа... Ферма. Дела. Мы с Полиной морковно-яблочные магнаты. Понятно все с вами, ясно. А мы сегодня с темой квалификации. В пубге. Второе место. Я всем хвастаюсь теперь. Достижение. Реально. Тут-тут-тут на вас, ребят. На нас, да. Мы все смотрим стримы. Мне столько ящиков давали. Пофиг, бежим ящики открывать. Ящики! А, два ящика всего, мне показалось, что их какой-то больше. Какой-то деревянный, плохой, наверное. Да. Ну, нет, такой. У меня новая сабля. О боже, серьезно? Ты посмотри так, на эту хрень, будет, короче, чат, посмотреть. Ты просто посмотри. Мне два лука сразу дали. И мой лук! Ну ты же лучник. О боже, я счастливый человек. Теперь я официально заявляю, что я счастлив. Мне дали саблю с этим... револьвером. Круто. Круто-круто. Офигенно. О, да, детка. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, во-первых. Тридцать семь. 41. Так, у меня два кукри. Ух, кукри. Так, что тут, 32, а у меня сколько? 20. О, иди сюда, мой лыж. У меня теперь меч светится вообще здорово. Подождите, а я смогу пользоваться луком, если я выберу другой класс сейчас? И все. Другой что? Другой класс. Ну, то есть у меня открылся прислужник. Фиг знает. Слушайте, а как можно шмотки тут можно покупать за деньги или нет? Косметику. А, я не знаю. Что за... У этого класса, который я открыл, у него, типа, похуже, конечно, похуже. Запас стрел там, тому подобное. Хотя... Может быть, и нет. А тут вроде у каждого своя комната ведь. Как в первой части, да, или нет? Не знаю. Понятия не имею. В первой части у каждого своя комната была. Вот в этой... Как она? Фух, в этом здании. Все-таки сложно. Да. Я просто пытаюсь понять, чтобы талант вкачать, поэтому типа у меня мозг загружен. Сморк вау, таки. Я вышла на самый-самый верх. Я плюс 12 к скорости... это скорость помощи. А как мне поставить свой талант, который я хочу? Слушайте, здесь круто. На самом деле, какой-то каэрморх. У меня стрел два раза меньше, я теперь не самый топовый лучник. Я теперь девушка с... Вы были наверху все? Копьем, так у меня копья нет. Меня все игнорируют. Что? Я говорю, наверху все были? А, да, нет. Да, я уже все оббежал. Я а, тут еще от лука зависит. Как в Каэрморхене. О, все, я понял. Шмоток-то нет. Сейчас вообще, галимо. Хочу шмотки какие-то, почему их нет? Анита Фокс, спасибо за прайм. Каралкен, спасибо за прайм. Евгений Якоба, спасибо за 8. Параэк, Клисиард. А ты посмотри. Сложный ник. Спасибо за сразу этот вспоминаю. Септакорд, спасибо за Тирван, Фрай, спасибо за 10 месяцев. Вот чат мне руинит Сморк, спасибо за прайм. Сергей Попов, нет, прочитал всю классику, но все равно тупее тебя. Ну да. Спасибо тебе, спасибо. Приятно было. Короче. Сейчас, подождите, я кое-что забыл. Еще не короче пока что. Пока что никаких короче. Артур талант поставь, пишет. Да. А вдруг ты не видишь и не читаешь, и игнорируешь чат? Я-то свой чат всегда читаю. Ясно. Даже чтобы когда у меня от него горит сабнаутики. Боже, сколько стрел. Так, второе задание, да? Давай, да. Тёма, ты на стриме играл в сабнаутику, нет? Да.
да? Ну, первый раз проходил, когда еще в раннем доступе, нет, играл, сериями записывал. Мне знаешь, что нравится? Мне нравится, когда, короче, мне нужно попасть в эту, какая там, река какая-то там. И мне все начинают писать, типа, тебе нужно в рощу Куш или там в грибной, там что-то, грибные горы или что-то такое. Ну это же элементарно, Даша, как ты можешь не понимать? Откуда я вообще знаю, где эти Куши? Даша, я говорю, у меня, я один раз запомнил Нир Автомата, я из-за этого 3 часа потерял. В итоге оказалось, что я туда шел, 2 часа добирался, кучу раз умер. Чат говорил, типа, нет, иди там, ты неправильно проходишь. В итоге я был недокачан для того места, и чат ржал, короче. Я после этого не слушаю их вообще. Я, так, короче, сама. Я себе карту скачала в этот. Я хочу мод себе поставить на Сабнотику на карту. Вот. А, нет, там так проходил. Ну, типа, там по координатам, по крайней мере, можно. Симпатично. Тут мне, блин, да. Красиво. Так это, что у тебя до сих пор карты проседают? Ой, я забыл, сейчас, чат, я этот перезапущу. Сменю сервак. Дайте мне секунду, короче. Да, конечно.